Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о своих планах на февраль 2024 год. Планы у меня, как всегда, грандиозные. И начать я хочу с тех раскрасок, которые я показывала уже в видео, которые я хочу раскрасить полностью, то есть закончить за 2024 год, ну, во всяком случае, попробовать. И те раскраски, которые у меня на продвижение. Нужно их стараться раскрашивать каждый месяц. Желательно. И не по одной странице. Вот. Я их в феврале сейчас еще раз покажу. Потому что вдруг кто-то не видел то видео, где я рассказывала именно про планы на год. Вот. А уже потом, в следующие месяцы, уже их показывать не буду. Вот, давайте же начнем. Также на февраль также запланированы разнообразные челленджи, которые мы с Леной проводим. Возможно, может быть, я какие-то свои челленджи еще буду дополнительно проводить. Я пока еще не точно уверена. Вот. И будет у нас вроде как бы планируется новый челлендж именно вот с февраля месяца. У нас еще в этом, получается, в феврале будет... Получается, юбилейный котик, кот в мешке. Может быть, что-нибудь интересное придумаем. Ну, посмотрим. Но сейчас хочу показать те раскраски, которые у меня идут на завершение. Не на продвижение, а именно на завершение. Вот. Давайте же я их покажу, и чтобы уже в следующих месяцах не показывать. Эти книжки, они будут также у меня, например, на март, на апрель, там на другие месяцы. Просто что их показывать каждый месяц одни и те же. Буду показывать именно те, которые я буду дополнительно к этим раскраскам брать. Конечно же, тут у меня такие горы из раскрасок. Вот. Но в то же время... Всегда есть из чего выбрать, и очень как бы меня это стимулирует, именно когда есть планы. Без планов мне раскрашивать неудобно. И точно так же буду продолжать именно по плану. Так, я раскрашиваю кавайных милашек, буду продолжать ее раскрашивать. У меня здесь осталось 20 работ. Так, манящее море. Здесь у меня осталось закончить до конца года. Я не раскрашивала в январе 8 работ. Нужно постараться, если, например, один месяц пропустила, то мне нужно их будет раскрасить, например, по 2 иллюстрации. Геометрические паттерны одну раскрасила в январе. Пираты закончить хочу. Большой город. Вот хочу потихоньку позаканчивать все вот такие вот тоненькие разнообразные книжки. Ну вот на именно на... как сказать, на февраль взяла именно, ну, не на февраль, а 2024 взяла эти. Удивительный мир животных. На завершение у меня здесь, по-моему, 12 работ. Так как я не раскрасила в январе, то мне нужно в феврале 2 раскрасить. А лучше и 3-4, да? Волшебство природы у меня оставалось 10, осталось 8, потому что 2 раскрасила. Так что вот эти вот книги у меня идут именно на завершение. Буду стараться, во всяком случае. Я не буду, конечно, себя очень сильно заставлять, если мне не очень будет хотеться раскрасить их. Так, а теперь покажу книги, которые на продвижение. Цветовой квест «Города» хочу продвинуть. Не буду на них задерживаться долго. Из малышек на продвижение взяла раскраска для сильно уставших и раскраска для кей-поп. Для продвижения также прогулка по временам года Риты Берман. Хрупкий мир. Она у меня довольно-таки хорошо так продвинулась. Водные миры. 4 раскраски. Креативные, то есть получается узоры и цветы. У меня уже здесь отмечено, что я хочу раскрасить. Прекрасные сады, чудесные цветы и винтажные мотивы. Так, сейчас я это уберу. Также на продвижение круг жизни. Температура любви. Волшебная шкатулка. Очень хорошо она у меня продвигается, и я рада, что она у меня именно продвигается, а не стоит на месте.
«Одни из нас» или «Добро пожаловать в апокалипсис». Тоже хочу в ней как можно больше раскрашивать. Я в ней раскрашиваю в основном акварелью. Так, следующее. «Загадки астрологии». Это все те книги, которые идут у меня на продвижение. По-моему, у меня их 25 или 27, что-то типа того. Вот, «Загадка астрологии». «Невеста» я их называю. Бесфорд взяла «Фантастические миры». Она мне сейчас нравится больше всех остальных книг Джоанны. И именно ее хочу именно продвигать. «Великолепный век» – моя раскраска. Я ее не то что хочу продвигать, но просто хочу в ней почаще раскрашивать. Но и не хочется, чтобы она быстро закончилась. Здесь у меня 24 иллюстрации. Так-то вообще ее, получается, на 2 года должно хватить. В декабре 23-го года я раскрасила первую иллюстрацию. Вот. И в январе была раскрашена вот эта иллюстрация. Так, это все на продвижение. Затем «Цветочная магия». Мария Тролли решила взять на продвижение именно «Цветочную магию». «Золотые страницы путешествия». Я, знаете, я, возможно, буду... Хотя я до этого не практиковала такое, что, например, из тех раскрасок, которые хочу продвинуть, чтобы они, ну, как сказать, например, начала несколько раскрасок и в течение месяца потихоньку их раскрашивать. Вот. Так, «Хоббит». Прям, по-моему, здесь у меня иллюстрация, где первая страница. Нет, не в этой. Вот в этой. Прям хочу так это раскрасить. Может быть, в течение месяца потихоньку раскрашу. Я вот этот разворот огромный. Прям так хочется его раскрасить. Но здесь только мелочевки. И хочется, чтобы получилось очень красиво. Но постараться, во всяком случае. Здесь вот как раз Гэндальф въезжает в деревню, где живут хоббиты. Здесь можно подложку сделать акварелью. И потом дорабатывать карандашами. А доработки, конечно, здесь. Ого-го, тут и маленькие цветочки, мелкие травинки, пушинки. Так. И еще у меня на продвижение «Мома Бёрн» и «BTS и их друзья». Эти книги, они уже довольно-таки хорошо у меня продвинуты. В них уже много работ, в этих книгах, которые я выбрала. Вот. На завершение пока рановато, просто на продвижение. Возможно, какие-то из этих книг на следующий год, если будет все хорошо, то можно будет взять именно на завершение из этих книг. Вот. Так что вот эти книги у меня идут на продвижение, которые я вам показала. И еще одна. Это, конечно же, «Мир Толкина». Она идет на продвижение. Но и она не только на продвижение. Ее мы раскрашиваем вместе с Леной. Еленка 74 хобби. Вот. И будем продолжать также в ней вместе раскрашивать. И если у меня будет получаться, я буду дополнительно еще что-то раскрашивать. Так же, вот как, например, в январе. Одну иллюстрацию мы раскрасили вместе с Леной. Вот, например, вот эту, да. Вот. А одну, не помню, какая она там была. Вот эту. Эту я раскрасила уже сама. Возможно, так и буду делать. А может быть и нет. Посмотрим, как будет. Еще вместе с Леной мы решили раскрашивать «Рассветный час» Ханны Карлсон. Довольно-таки книжечка уже залежалась и давно выпущена, хоть она у меня не так давно куплена, приобретена. Вот. Но факт то, что хочется ее тоже продвигать. Возьмем ее на продвижение. И вроде как, если я правильно поняла, вроде как мы с Леной «Сумеречный сад» еще хотим вместе раскрашивать. Вот. В январе, получается, мы раскрасили вот эту иллюстрацию. Вот. Может быть, что-то возьмем и в феврале. Что-то раскрасить. Ну, если вдруг Лена не захочет раскрашить ее, я ее сама буду раскрашивать. Потому что она тоже очень хорошо у меня заполнена. И буду продолжать.
Так. Так, из отдыхательных еще взяла время для Хюги. Как раз сейчас еще зимнее, как говорится, время. И решила вот такую вот взять книжечку. Как-то мне ее Лена дарила. Спасибо, Лена, огромное. И взяла Мандала Антистресс. Я все так же продолжаю быть в восторге от этой книги. Очень мне нравятся здесь мандалы, такие красивые. Раскрашиваю здесь разными материалами, добавляю разные блески и просто карандашами, и маркерами, и, короче говоря, всем подряд акриловыми, я имею в виду, спиртовыми тут не пораскрашиваешь, потому что односторонняя иллюстрация. Так что вот. Решила взять также раскраску аниме. Они все называются аниме. Я вот здесь даже написала номер один. Потому что у меня несколько раскрасок аниме, как я и говорила, мне дарит их сын. А вот, просто дарит и все. Не спрашивает, нужна она мне или нет. А вот. Так как я аниме не особо увлекаюсь, все так же пока только три посмотрела аниме. Ну, раскрашивать хочется. Так, из зимних решила взять новогоднюю раскраску сказку. Возможно, что-то здесь захочет еще проскрашивать. Получается, в январе у меня здесь было раскрашено две иллюстрации. Кстати, одна из них. Вот. И еще что-нибудь проскрашиваю. Даже если какая-нибудь рождественская, неважно. Может быть, просто зимнюю какую-то. И с такой же целью взяла новогодний, Новый год по номерам. Она простенькая, и тут есть иллюстрации, кстати, и не совсем скажешь, что тут Новый год. Тут есть просто зимние какие-то иллюстрации, даже вот взять со снеговиком, такая довольно-таки крупная. Тут есть бабушка готовит какую-то, по-моему, выпечку или что-то типа подобное. Вот здесь, да, ну что-то готовит. Бабушки у нас готовят и не только, да, на Новый год. Вот, так что посмотрим, что здесь яблоки, шарлотку, наверное, может, какую-то готовит или что. Посмотрим, что-нибудь проскрашиваю. Есть вот просто зимние, снежки, что ли, играют ребятишки. Хочется продвигать ее. Также решила взять мышонка. Здесь у меня сборник, я даже не знаю, 5 или 6, не помню, сколько у меня тут. И возьму что-нибудь проскрашиваю. Может быть, и из зимней, может быть, и из весенней, из летней. Без разницы. Какую захочу, такую и проскрашиваю. Так что, неважно, какую раскрасить. Так что, очень нравится. Может быть, несколько проскрашиваю. Из спиральных в этом месяце решила взять две великолепные века «Игра престолов». У меня их 6 вообще по спиралям, но решила немножко притормозить, потому что они у меня слишком быстро заканчиваются. В январе я 3 раскрасила, в 3, а в этот раз решила взять 2. Достаточно. По одной иллюстрации сделаю, зато на дольше мне их хватит. А то слишком боль. Как-то быстро они у меня заканчиваются, а я не хочу. Хоть и много других каких-то, но мне вот нравятся именно те, которые у меня сейчас есть куплены. «Игру престолов» мне Лена дарила. Вот. Решила взять «Магию черного», «Планета женщин». Что-нибудь, может быть, здесь пораскрашиваю, захочу, если... Они довольно-таки быстро раскрашиваются. Так что решила взять. А в январе, хоть и была в планах у меня вот эта пиксельная раскраска «Принцесса Диснея», я ее не задействовала. Чуть-чуть сейчас ниже камеру так опущу. Вот. Но ничего страшного, тоже, а то больно быстро закончится. А я не хочу, чтобы быстро заканчивалось. Пусть потихонечку, потихонечку, полегонечку идут, продвигаются. Зато на дольше их хватит. Вот. Есть раскраски, которые, знаете, просто не хочется заканчивать. Моя прогулка по Азии. А, путешествие по Азии. Вот. Виолетта дарила эту раскраску, Виолетта Зайкина. За что Виолетте тоже огромное-огромное спасибо. Не знаю, что-нибудь выберу, раскрашу. Мне нравится эта раскраска. Ну, прям красота. Это у нас Токио, да? Вот смотрю, поезд едет.
Я посмотрю. Многое, что нравится. Также картины по номерам решила взять. Хочется что-то раскрасить. Иллюстрации мне здесь нравятся. А также розы. Очень классная раскраска. Бумага толстенная. Здесь просто приятно раскрашивать акварель. У меня вот здесь уже пометки стоят, то, что я хочу раскрасить. Ну, в ближайшее время, я имею в виду. Не именно там, в этом месяце. Вот. Не знаю. Посмотрим. Что-нибудь постараться нужно. Также полуночный маскарад решила взять. Ее можно взять было на продвижение. Она тоже достаточно хорошо у меня заполнена. Но все-таки и так у меня слишком много на продвижение. Вот. Решила не брать. Вот. Это тоже мне прям разворот очень нравится. Здесь бумага такая интересная. На некоторых страницах просто чудесная. Не протекает. Прекрасно карандаши ложатся. А некоторая бумага... Ой, а некоторые страницы прям очень сильно протекают. Вот смотрите, две страницы. Здесь акварель все так же залита. Здесь все чистенько. Ну, вот здесь вот чуть-чуть. Здесь по краешку совсем немножко. И вот это, да, раскрашивалось. Также акварелью здесь протекла ужасно. Ну, короче говоря, буду раскрашивать. Не знаю, пока не решила, что. Вот это тоже разворот очень нравится. Но здесь нужно ночь делать, да. И посмотрим. Посмотрим, что я здесь придумаю. Так. Затерянные миры решила взять, но под большим сомнением, успею ли я здесь что-то раскрасить. Довольно-таки медленно у меня продвигаются эти раскраски, тем более у меня на продвижение одна уже есть. А вот здесь у меня есть вот такой вот, такая незаконченная работа. Вот, не знаю, может быть, ее продолжу, может быть, нет. Здесь вот только фон. Смотрю, маркерами залит, и все. Можно продолжить. Посмотрю. У меня не так много начатых и незаконченных работ, но они, конечно же, есть. Вот тоже как красиво. Смотрите, какая красота. Ух ты. Ну-ка сделаю закладку. Возможно, захочется мне раскрасить ее. Прикольная такая. Вообще здесь много что мне нравится. И из креативных вот таких вот раскрасок решила взять старенькую. Как-то мне ее Диана дарила. Тоже спасибо огромное, если смотришь. Вот. У меня есть другая креативная. В январе я ее раскрашивала. Там у меня девушка с книгой. И решила взять эту. Она у меня тоже очень хорошо уже продвинута. Много готовых работ. Прям некоторые работы прям друг за дружкой идут. Вот. Довольно-таки много раскрашено, и решила взять и раскрасить еще ее. Беру опять вот эту, но не знаю, раскрашу или нет. Здесь настолько тонкие, мелкие детали. Это, знаете, если взять, вот, например, да, и потихоньку в течение месяца раскрашивать. Прям вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кстати, вот прям иллюстрация кубиками, да, как пиксельная такая. Кстати, палитра небольшая. Можно взять ее пораскрашивать. У меня здесь нет закладки. Вот. Так. Девушки в Париже. Не знаю. Вот у меня тут трагедия произошла как-то. Короче говоря, я какую-то страницу раскрашивала акварелью. И, короче говоря, про это. Решила ее прогладить. И она у меня... Вот, наверное, вот эту. Короче, не подложила я сюда. У меня все черное на несколько страниц. Да, эту страницу я гладила утюгом. И не подложила. То есть сюда я положила белый листок и начала гладить. А то, что вот эта страница могла отпечататься сюда, вот видите, испортила девушку. И даже на следующих. Вот здесь тоже даже
Здесь вот уже нет. Вот, ну, решила взять. Маркерами можно пораскрашивать. Фантазии. Вот. Кто Жанна Просвирина называет, кто Яна. Я называю Жанна. Я, если точно, не знаю, как ее зовут. Вот. Очень мне нравятся иллюстрации. Такие, когда хочется пораскрашивать портретик, то, конечно же, можно с удовольствием пораскрашивать. Здесь у меня листочек. Подложка. Такие вот у меня здесь девчульки. И какие-то еще были раскрашены. Вот такая раскрашена. Такая. Так. Решила взять поп-мангу. Давненько мне не раскрашивала. Может быть, детской акварелькой раскрашиваю. Мне так и понравилось Лена в прошлом месяце. В январе раскрасила вот эту вот русалочку с нарвалом. Так красиво у нее получилось. Тоже хочется что-нибудь раскрасить. Здесь вот тоже две русалочки. Прям красота. А русалочки еще и роботы. Угу. Это тоже очень нравится. Мальчик с девочкой русалки. Короче говоря, много что нравится. Решила взять, но не факт, что я ее раскрашу. Christmas от Терезы Гудридж. А вообще, когда смотрю на иллюстрации, не знаю, как раскрасить. Потом, когда раскрашу, получается, в общем-то, неплохо. Вот. Тут не обязательно именно какие-то там новогодние. Есть, по-моему, что-то и просто зимнее. Что-то я смотрела, по-моему, с оленем. Вроде бы какая-то. Не помню точно. Вот, кстати, я искала снеговика раскрасить. Вот можно было снеговика. Ну, ладно. Какая-то иллюстрация мне тут понравилась. Именно. А, вот это. Можно раскрасить просто как, ну, не обязательно. Тут елочка стоит. Вот, с оленями. Не знаю, успею, не успею раскрасить. Потому что много всего, и как-то особо зиму уже не хочется, но раскрашивать, ну, все равно можно попробовать. Так, сказки. Тоже не знаю. Принцесса на горошине мне здесь нравится. Где она тут? Вот Рапунцель тоже ничего так. Можно акварельную подложку сделать маркерами. Ну, вот стену можно маркерами и потом доработать. Пумочка. Пума тут под штативом лазит. Вот. И вот мне принцесса на горошине нравится. Только я что-то горошинку не вижу. Обычно где-то на последнем матрасе где-то горошинка. Короче говоря, посмотрю. Здесь хорошо можно подложку делать маркерами, а потом дорабатывать. Взяла распечатку PDF от, по-моему, Лана Грин, да? Лана Грин. У меня здесь только одна готовая иллюстрация. Больше нет пока. Если захочется какой-нибудь портретик раскрашивать, то можно будет раскрашивать. Красиво так. Вообще просто невероятно шикарные портреты. Так. Мифоморфозы также решила взять. Тоже уже она старенькая, потрёпанная. Я знаю, что позже выходили уже прошитые, но мне не хочется еще раз начинать. Она у меня вот, я ее прошивала сама. Работы у меня здесь много, и практически все работы мне нравятся, как у меня здесь получились. Многие довольно-таки давно уже раскрашены, и до сих пор они мне нравится. Такой шикарный прям большой разворот. И вот тоже год назад, ну, получается, в январе 23-го года раскрашен был. Я помню, отбирала ее в лучшие работы. Ну, в любимые. Короче говоря, работ здесь много. Есть вот одна там недоделанная. А вот это вот, помню, первая самая здесь. Посмотрите, тогда у меня еще
вообще прям самые дешевенькие карандашики были, еще и раскрашивать путем не умела. Но в то же время все равно это память. Я не переделываю иллюстрации, которые раскрашены были ранее. «Игра престолов» решила взять. Выбирала между большой, которая в тонкой обложке, ну, как бы просто в картонной. Решила взять в твердой обложке. Тоже у меня здесь уже, ну, не то что много, но раскрашено есть. И, возможно, что-нибудь еще тоже раскрашиваю. Хочется прям уже что-то пораскрашивать. Вот. И из портретных еще раз, еще решила взять «Амарантин». Вот. Красивые портреты. И если вдруг мне захочется пораскрашивать, то, конечно же, возьму и пораскрашиваю. Этот, помню, тенями раскрашивала портрет. Тенями для век. Так что вот. Такие у меня раскраски на февраль. Обожаю составлять планы, выбирать из коллекции, которые уже довольно-таки, ну, конечно, не огромные, у некоторых и до 1000 есть, а у меня где-то, ну, может быть, до 300, где-то так, но это тоже очень много, я считаю, раскрасок, и из-за этого хочется притормозить с покупками, потому что книг много уже. Ну, и на этом буду заканчивать свое видео, спасибо вам за внимание. Пишите обязательно комментарии. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.